предлагают. Сегодня же будете давать, да? Оно уже у вас информация осталась со вчерашнего дня. Ранее судимы? Судим. За что? 162 или 161. Левым боком. С другой стороны. Лицом ко мне. Лицом ко мне. Налево, подавайся. В другую сторону. Лицом ко мне. Представься. Тяжелов Денис Николаевич. Где проживаете? Город Заинск, Республика Татарстан. В Екатеринбург зачем приехали? На работу. Ранее привлекались к ответственности? Да. Уголовная, административная, за что и когда? 2009 год, 213 статья. За что вас задержали? За драку. Где, когда? Вчера. При каких обстоятельствах это произошло? Драка была, и все. Просто драка. Сколько человек?
Я человек. Ну кто? Вы кого-то избили или вас? Драка была просто. Ну, подробно насчет драки. Кого вы избили, вопрос прямой? С мужиками разодрались. Ну. Сколько вас человек было? Три. Вас было трое. Сколько было их? Два. Что произошло с ними, знаете? Знаю. Что? Травму получили. Чем вы их били? Били чем? Руками? Еще чем? Ногой. Только руками и ногами? Да. Или еще что-то использовали? Нет, не использовали. Свою вину признаете? Да. В Екатеринбург с какой целью приехали? Заработки. За что вас задержали? Да, за ренец, сбили, драка. Признаете свою вину? Частично, да. Частично. Как это произошло? Выпиши мне детей, вычитай. Инцидент произошел. Все серьезно. Из-за чего произошел инцидент? То, что тот мужчина меня дернул за руку, как ударил по голове. Где проживаете? В город Заинск, в республике Татарстан. В Екатеринбург с какой целью прибыли? Следователь отдела номер 4 СУ МВД России по городу Екатеринбургу, капитан юстиции Шлыкова Марина Владимировна. В моем производстве находится уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью двум гражданам. Значит, 15 сентября 2013 года в дневное время в районе дома 97 по улице Краснолесья молодые люди по предварительному сговору нанесли удары потерпевшим, при этом причинили им тяжкий вред здоровью. По данному уголовному делу ведется работа, трое неизвестных иногородних задержаны, решается вопрос о мере пресечения, данные молодые люди дают признательные показания.